выходных ЗАГ прошли последние дебат-площадки предварительного голосования «Единой России», и значит, уже можно подвести некоторые итоги. Стоит отметить, ну, стоит признать, что праймерис не выполнил ни одну из задач, ни которые ставит официальная власть, ни которые придумывают и условные политтехнологи. То есть предварительное голосование прошло очень незаметно, и на дебат-площадку собиралось не так много людей, так что вряд ли участники смогли мобилизовать своих избирателей и привлечь дополнительных. Во-вторых, праймерис не стал местом, где создается какая-то программа партии понятная, поскольку идеи, высказанные людьми, участвующими в предварительном голосовании, в дебатах, были далеки от местной политики, и даже четкого какого-то понимания, как решить те или иные проблемы, высказаны не было. Школы для молодых политиков праймерис тоже не стал, потому что школа подразумевает какую-то работу над ошибками. Предварительное голосование, дебаты, которые они вот проходят в инфоформате, не подразумевает какое-то обучение, высказывание плюсов и минусов и публичной дискуссии. И в-четвертых, не было выявлено действительно сильных кандидатов. То есть они были и так понятны, которые будут во многих участках, во многих районах. То есть и реально на предварительном голосовании это не решалось. А в следующее воскресенье еще состоится само голосование. Вероятность высокой явки, даже выше 5%, она ничтожно мала. Вряд ли это кого-то заинтересует, кроме тех, кого сами приведут сами участники. В таком формате праймерис может стать только дополнительной проблемой, если будут возникать какие-то конфликты между его участниками ввиду распределения мест. Вероятность очень высока.